Да, привет от Шаурмы Студиос. С Новым годом, ребят, с Новым годом. Шаурма Студиос искренне поздравляет всех своих подписчиков. Ребят, спасибо большое, то, что вы со мной. Мне очень приятно то, что мы можем вместе общаться, я могу для вас что-то делать, мы можем переписываться в комментариях и просто быть одной маленькой семьей. В общем, больших побед вам в следующем году. 2017 год закончился, и в нем было много интересного. Я верю, по-любому что-то там было, хотя бы одно. В общем, но в 2018 году будет намного больше. Мы будем добиваться намного больших успехов, будем добиваться намного больше всего. Вообще, и в озвучке. Будем также брать вас на озвучку и просто вместе работать, ты и я, и все будет зашибись как хорошо. Будем работать с другими, какими-нибудь высокими, как Галастин Студиос, Кракены, там, Ёжики, будем с ними быть. В общем, ребят, в 2018 году я вас порадую, обещаю. Ну а в чем же заключаются подарки? Я вам приготовил 5 человек, 5 даберов, 5 ютуберов, которые будут для вас говорить новогодние поздравления. Это Кракен Зоны, Мистер Фреш, Шаурма Студиос и мой большой друг, канал Пазл. И, ребята, кто же еще? Команда озвучки. Всем привет, народ! Это Кракен Зон, который желает вам всем успехов, счастья, здоровья в следующем году. Всех с Новым годом и Рождеством! Йоу, всем здорово! С вами Скелет в очках, или же Мистер Холодненький. С Новым годом, Шавуха и его подписчики, естественно, потому что они самые лучшие. Я желаю вам, чтобы вы провели этот последний день года со своей семьей или же со своими близкими. Чтобы в Новом году у вас все было хорошо. С Новым годом! Поздравляю, счастья, радости желаю! О-хо-хо-хо-хо! А если честно, то канал Puzzle Channel поздравляет вас, дорогие зрители, с наступающим Новым годом! Счастья, радости и всего хорошего, и, конечно же, денежек побольше, ведь куда мы без них? Счастливого Нового года! Хоу-хоу-хоу-хоу! С Новым годом, дорогие подписчики канала Шаурма Студиос! Пусть же в вашей памяти останутся только добрые и приятные воспоминания о старом годе, и это позволит вам смело и радостно глядеть в будущее. С новым 2018 годом! С наступающим 2018 годом! Этот год выдался нелегким и полным неприятностей, по крайней мере для меня. Но я очень рада, что вступила в такой приятный коллектив Шаурмы Студиос. Ребята стали для меня как вторая семья. Желаю вам не оплошать в следующем году, ведь 2018 год бывает только раз. И знаете что, если бы не одна девушка... В общем, было бы все довольно по-другому. Это моя девушка. Она меня стабилизировала все это время. Она давала мне, знаете, какую-то полноту жизни. Я мог дальше творить, мог дальше создавать. И в общем, в 2018 году она тоже будет со мной. Мы с ней встретимся и все будет зашибись как хорошо. Ребят, у кого Новый год, отдыхайте. У кого нет Нового года, ждите. Это самое волшебное время года. Обещаю, все будет хорошо. Самого лучшего настроения, много не пейте. Ну и все. До встречи в Новом году. Не забывайте подписываться на меня, на Шаурма Студиос. В общем, вот. И не забудьте зайти в этот... ВКонтакт, ссылочка в описании на тот видос, который должен был быть. Пока!